There is very nice weather today. Hi, we are here and today we are going to the camping trip. I have got words in my hand. Okay, there is very huge mist in our city, and this is my friend Dasha. Так я снимаю? Yeah. So, now we are going to school to meet our friends, and all our group will go to the forest, and in the forest we... О чём будем делать? We have a picnic. We have a picnic, yeah, and grill sausages on fire, and... After that we have competitions. Yeah, competitions. And we will... Playing games and joking. Have fun. Yes, have fun. So in Yekaterinburg today, the temperature is 7 degrees. It's so cold today, but we are going to the camping. So now we are late and we must run as fast as we can, and we are running. Oh no, where is our school? It's... Как исчезло? Исчезло? Я не знаю. It's invisible! Мами! Now we are going to the forest on foot, and Kate, my stupid sister, go to the... Спасибо. Я больше не знаю, что сказать по-английски, потому что с утра у меня еще мозг немного не варит. И... О, привет! Нормально, конечно. И нас, короче, тут очень много, около 500 человек. Вот это такое. Ты же на русском говорил. Я уже на русском говорю. So, now we are in the forest and we have a lot of food, a lot of water, vegetables and a lot of sausages. А в данный момент мы идем домой, и мы заблудились. Ира. Вот, мы, короче, на самом деле шли, короче, когда из леса. Ира, перестань! Мы не свернули на нужную нам тропу, и поэтому сейчас мы идем хрен знает где. Вот, как видите, мы проходим мимо психушки, и тут прыгают на нас такие больные всякие. Вот, ну и в целом... Да отстань от меня! Ненормально, блин, дура! Вот, и мы идем, короче, где-то, мы сами не знаем где. Вот вы можете узреть эту психбольную вообще. Такая тупая, что прям невозможно. Она про себя говорит. Что вы делаете? Вот, и сейчас мы ищем, короче, наших остальных ребят, которые пошли по верной дороге. Не бей меня! Вот. И походу мы сейчас найдем уже. Отстань. Знаешь, что у меня есть?